друзья, сегодня солнечный день, сегодняшний праздничный. Почему праздник? Потому что солнце, потому что еще летние деньки не оставили нас. Осень, как бы она пришла, но не совсем. Так, по парочкам, отлично! Опять! Отлично! Нет? И наберемся! Программа «Алиса в стране чудес»! Все ответы поскорей! Страна чудес! О, ничего, сдаем, все кладем. Ай, как красиво. Клавиши правильно заметили. Именно клавиши. Опа! Я девчонку с глазами спелой вишни, а мы ты с лицой. Забавой, и все казалось полной ерундой, а для меня она лишь прибавляла славы. Среди пацанов кусочки для друзья, я действительно летел там сюда со скоростью звука. С тобой увлечь хочу, танцующий город наших звезд. Дать ему слово. Дорогие вангородцы, дорогие друзья, Александр, спасибо, что ты сегодня здесь, что ты сегодня с нами, потому что, ну, я думаю, что никто не знает, Александр сегодня с утра, точнее ночью, еще был во Владивостоке, выступал с концертом, и сегодня он здесь, чтобы всем было хорошее настроение. Но я могу сказать, что у меня появились друзья, мы объявились товарищи, соратники, которые сегодня выступали на сцене, которые здесь находятся в зале. Это любой тренер без команды, он никто. Поэтому я бы хотел пригласить товарищей, соратников, которые все эти полгода помогали совершенно безвозмездно, совершенно в свое свободное время. И сегодня я прошу их на сцену подняться. Вот поверьте мне, эти люди, которые меня все эти полгода тормошили,
звонили, которые поднимались разные вопросы, которые касаются жизни нашего города. Поэтому я хочу искренне сказать вам от себя большое спасибо, потому что в вашем лице я действительно вижу опору, я вижу поддержку. Я думаю, что с такой командой можно отправляться в самый решающий бой! Ну что, подпеваем все вместе? Тебе свою души, тебе со мной меня судьи. Тебе судьбу мою души, тебе со мной меня судьи.